А сейчас мы снимем процесс, как себя ведет замороженное тесто на моцареллу. То есть оно было замороженное, я его достала, оно размерзлось в холодильнике. Сейчас посмотрим, насколько хорошо оно будет тянуться. И будет ли тянуться оно вообще. Я где-то когда-то читала, что да, его можно замораживать. Но сейчас будем проверять, насколько это реально. Ну вот, у меня получилась вполне нормальная коса. Вот такая она. Это из этого теста, которое было заморожено. Вот она. Ничем не отличается от косы, которую я делаю со свежего теста. Так что можно, девочки, замораживать тесто на сыры. Паста филат. Ну вот. Оно растаяло. Тянется неплохо. Одной рукой показать я вам не могу. Но сейчас вот попробую показать, как оно. Ну, видно, что оно вот тянется. Вот где у меня палец. Что оно сползает вниз. Мне нужна моцарелла, поэтому я достала тесто и маленько сейчас сделаю. Тесто ведет себя так же, как и при незаморозке, как обычное тесто. Оно тянется.